Добрый день. Сегодня у нас 11 сентября. Не знаю, вторник вроде. Или среда. Короче, без понятия. Вот 2 дня не выходил на улицу. Дома сидел вчера, так вообще даже в окно не выглядывал. Оказывается, у нас снег выпал. Не знаю, когда он выпал, вчера или сегодня. Вот, пожарная часть. Снег. При выходе посмотрел на температуру. Вроде как 2 градуса писали. Ну, блин, ощущение такое, что, блин, холодина у нас. Зима наступает. А там... Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Гуляете, да? Нет, я иду по делу. Понятно. А вы гуляете? Да, я вышел за хлебом, думаю, сейчас вот так прогуляюсь, поснимаю. Это вот у Алика мама. Алика это этот, Азимут. 49. Тоже у нас магаданский блогер. Мой корефан давнишний. Мы еще с ним познакомились. Давно. Еще в 7-8 году. Такие машинки были. И, короче, он, это его мама, она тут живет у нас. А мы с ним познакомились по интернету. Ну как по интернету, в сетке у нас местная это, местная социальная сеть была там в Магадане. Вот, смотрите. Местная магаданская сеть по, это, ну, короче, блин, там. В чате общались, короче, так познакомились. Вон сейчас мы туда зайдем, через лес пройдем. Сейчас чище дорогу, или вот так пойдем. И, короче, это, там мы познакомились, общались так дружно. Он мой одногодка. Где-то на 11, на 12 дней меня старше. Алька. И, короче, вот сейчас мы вот так пройдем. Чуть-чуть лес засниму. Так, это у нас 15/1. Так, короче, гололед. Я позавчера, ну, короче, на днях я собирался выкатить. Думал, пока снега нету, проедусь один раз. Но, блин, не получилось. Все откладывал, откладывал, и тут снег. Как снег на голову. Красота. Морозец чувствуется, блин. Я вот даже в перчатках. Или я просто... дома засиделся, блин, мне кажется, холодно. А так, когда погуляешь, погуляешь, раз, и перестаешь ощущать температуру. Это как на велосипеде зимой катаешься. Все там знакомые или просто прохожие удивляются и спрашивают: тебе не холодно?
зимой-то ездить на берег? Я говорю, зимой-то, ой, на велике-то ты постоянно в движении, все тело у тебя работает. Вот такая красота. И тебе не холодно. Ну-ка давайте-ка зайдем в лес. Вон еще листочки остались. Вот. Вот так это выглядит в лесу. Красота. Дальше я не пойду, или хотя бы пойдем. Пойдем, я с другой стороны выйду этих домов. Заодно прогуляюсь. Так что Алькину мам встретил. Тут у нас в основном собачники ходят, гуляют с собаками. Дядька пошел. Ну как дядька? Молодой человек пошел в сторону аэропорта. А мне на этот бугорок и направо. Вот так все в снегу, в снегу. Красота вообще. Это 17-й, Королёва, 17. Так, ну а мы дальше идем. О, кстати, я этот телефон давно не подключал к компьютеру. Мне же видео все равно придется скидывать отсюда. Вот еще одна тропинка собачников. Ну а мы сюда идем. Так, уже около минуты снимаю. Это что? Я минуту иду от этого от магазина, вот такой круг сделал за минуту. Так, это 17, то 15. 15-1. Так, ну а мы сюда идем. По идее, в такую погоду выходить лучше в сапогах таких. В резиновых желательно. С утеплением. С прокладками. У меня они есть. Ну, сейчас я не одел ее, а другой обувь. Такой. Можно сказать, демисезонный. Это 19.
и 27. О. Зимняя работа пошла. Очищать машины от снега. Так, сходил в магазин, купил хлеба. О, блин, елки-палки, вспомнил. Сейчас я тут в магазине-то встретил и Любину маму. Вышел из магазина, встретил Алика, маму. Прям день мам сегодня. Ёлы-палы. Про Любу-то вы знаете, я там даже небольшой рассказ рассказал в одном из комментариев, когда меня спросили, кто это. Так что, кому интересно, можете зайти на ролик, посмотреть ролик, Люба называется, и там в одном из комментариев я рассказываю, когда меня спросили, кто это, я вот там рассказываю, кто это. И вот я ее маму встретил в магазине. Так, 27-й. А мы идем в сторону дома. Блин, надо было зажигалку купить. А, сейчас я уже не пойду никуда. Там у меня есть зажигалка, но она еле дышит. Ничего, спички есть. Спички никто не отменял. Завтра доживу. Это моя всепогодная зажигалка кончилась. Вот еще иголки не сбросила лиственниц. Да и вот тоже. Ну, пойдем здесь. Он 29-й дом. Кто-то сзади бежит. Так, вот там мой 25-й. Вон там 13-й видно. Ну, а тут 17-й. Так, давайте посмотрим на сопки. Вот одна сопочка. Самая наша мощная тут рядом, которая... Не знаю, сколько там она метров над уровнем моря. Ну, где-то примерно 800. Надо посмотреть по карте.
ее высоту. Вон такая у меня еще с детства. Я вот когда тут был, был проездом. И видел вон там вот, наверху эти какие-то строения, антенны. Все мечтал туда попасть. Ну вот там бы побывать, так я любитель по молодости шарохаться по сопкам. А сейчас у меня... О, давайте вот так. Смотрю, дом этот... Уже крышу начали стелить. Вот она сопочка. Ладно, все. На этом заканчиваю. Всем привет. А вот смотрите, вот смородина. Я тут посадил несколько кустиков. После 9-го дома. 29-го, вернее. Ладненько, все, пока всем. Пишите.